И всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будем проходить Troll Face Quest ТВ-шоу. И у меня горло приболело и нос забит, но я стараюсь для вас, так что будем проходить эту игрушку. Вот, это недавняя, можно сказать, вышедшая игра. И я постараюсь это все пройти быстро, потому что я прошлые части проходил, в принципе, нормально. Иногда тупел, но в этой части, надеюсь, будет все нормально. Играть. Хорошая компания, которая делает крутые игрушки. А вот как раз заставка. Troll Face Question. Нажимаем играть. Вот. Так, надо помочь мальчику. Он сломал скейт, и у него поранены ноги. Так, сюда можно нажать. Давайте нажмем. Этот чешет спинку и... Ну, правильно же все сделал? Нет. Ну ладно. Ну, я как понял, можно на этого чувачка много раз нажимать. Опа, лампочка. Давайте еще чиши. Опа. Чё? Пластырь прям на голову, нет? Уровень пройден, давайте следующий. Так, мистер смотрит на часики, и наш чувачок смотрит, и чё? А, на воздух! Надо кликать, это точно. Лол. И мы с первой попытки прошли. Ладно, давайте следующую. О, это Шерлок Холмс по новой части. Вот, здесь дрожит... я не помню. Ватсон, да, вот Ватсон. Стреляет с пулемета. И всё. Окей. Так, начнем заново. Гусеницу надо было сверху. Ладно. Всё. Они двое улыбаются. Ладно. Блин, пройдем, играем дальше. О, нормально. Я просто зажимаю кнопку и... Кнопку играет. Это здорово, по-моему. Следующий уровень. О, это Gravity Falls. Наверное, пойдет на превью. Так, сфотографирую. Плюшки. Значит, тут Диппер и Мейбл. И треугольник, который злой. Ладно. Нажмем на Диппера. Но. А это играет. Ладно. Мейбл. Окей, давайте обновим все-таки. Что-то непонятно. Ну, давайте Матус. Ого, и ему голову. А Диппер... ну ладно, Диппер, ладно. Вантус. Такс. Чё, вы здесь отправляете? Ну ладно. Оси. О, они были инопланетяне. Ладно, играем дальше. А этот сам не доволен. Ладно, давайте еще раз. Наверное, этого надо как-нибудь, чтобы он угорал. Нет, надо, значит, зажимать точно. Ради все испугаешься. Какой-то сумасшедший. Ладно, играем дальше. О, это, по-моему, Дональд Трамп. Что здесь, стрелочки? Играем дальше. О, он что, будет пытать ложками? Так, можно... Ладно. А убить нельзя ложкой. Ладно. Я помню, смотрел какую-то короткометражку, где типа, убийца самую неэффективную вещь ложкой убивает человека. Это мучительно. Зажмем. Щекочек.
Опа, прошли уровень. Играем дальше. Что-то у меня звук вырубился, ребят. Что-то я не пойму, почему. Так, надеюсь, меня слышно, потому что... Так. Давайте сейчас перезапущу игру. Это для вас будет секунда. Вот, я вернулся в тот уровень, 10-й, последний, где совещание какое-то. Ну, ладно, давайте вот так попробуем. Это как будто в игры просто не больше хотел. Все, игра пройдена, ровно 1000 кликов. Ладно, с вами было супер, если вам понравилось это видео. Давайте подпишитесь на мой канал и поставьте лайк на это видео. Будет новый канал, вот. Если кто не понял, я быстро проходил, потому что я проходил как бы игру, но у меня не записалось видео. И чтобы записать, я как будто все знаю. Да. Типа профессиональный игрок. Ладно, с вами было супер, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.